Добрый день. Так случилось, что купил я сегодня свиные лопатки, мясо, значит, и решил попробовать новый нож. Тоже недавно купил со скидкой в росте Трамонтино. Но это так, бразильская компания. Но нож сделан в Китае. На тех ножах, которые сделаны в Бразилии, привезены к нам, здесь написано он «Инокс, сталь, Бразилия». А на тех, что сделаны в Бразилии, написано еще «Made in Brazilia». Значит, а это китайская, ну, сталь действительно бразильская. Хорошая сталь, аж звенит. И толщина позволяет, толщина, вы видите, около 3-3,5 миллиметров. И довольно жесткое крепление, что меня и подкупило. Раньше я пользовался вот советскими, еще сделанные были на турбинном заводе Харьковском, нержавейка. Ну да, неплохие, по тем временам, наверное, были лучшие. Значит, ну, а сейчас уже надоело их. Раз день попользуешься, надо подтачивать. День попользуешься, надо подтачивать. А Трамонтину вот такую, она уже лет 5 у меня. То же самое. Сделана в Китае из бразильской стали. Ну, в принципе, нареканий на нее нет. Жало острое держит, будь здоров. Ну вот что хотелось еще это самое. Когда первый раз я его увидел, он стоил 171 гривну. Это был один из дешевых ножей, даже по тем временам. Я, конечно, хотел 20-сантиметровый, чтобы лезвие было. Но там то ручка не устраивала, то лезвие не совсем устраивало, не такое, как я хотел. Ну, то цена не устраивала. А сейчас, когда скидку сделали, я попал туда, уже этих ножей нет, раскупили со скидкой. Ну, что поделаешь, что успел, то мое. А так, со скидкой он мне достался за 137 гривен 50 копеек. Ну, сейчас посмотрим, как он разделывает мясо.